Всем привет! Добро пожаловать на обзор Hyundai Genesis 2014 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 1 959 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Transit Service Hyundai за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание, вот такие ключи. Давайте начнем. Этот автомобиль оборудован системой доступа без ключа. На данный момент он открыт. Чтобы закрыть, один раз нажимаете вот на эту кнопку. И чтобы открыть, еще раз нажимаете один раз вот на эту кнопку. Все очень просто. Черный кожаный салон. Четырехспицевый кожаный мультируль. Чтобы завести двигатель, необходимо нажать на тормоз и затем вот на эту кнопку. Дисплей Super Vision, 4,3 дюйма. Здесь установлен электроусилитель руля. Рулевая колонка имеет механические регулировки и регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет большие углы хода. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас я предлагаю включить фары. Задний противотуманный фонарь. Дальний свет фар. А также аварийную сигнализацию. Все четыре стекла полностью автоматические. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Ножной стояночный тормоз, чтобы его активировать. Необходимо нажать на эту педальку, чтобы его снять. Еще раз необходимо нажать. Все очень просто. Хромированная окантовка дверных рамок. Светодиодные фонари. Двойные выхлопные патрубки, задние датчики парковки, светодиодная подсветка, камера заднего вида, Семнадцатидюймовые легкосплавные диски, размер шин 225 на 55. Хромированные вставки на ручках дверей. Светодиодные указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида. Обогрев зоны покоя стеклоочистителей.
У этого автомобиля был серьезно переработан дизайн. Главный дизайнер Петер Шайер. Ксеноновые фары, линзованная оптика, светодиодные дневные ходовые огни, омыватели фар. Датчики парковки. Что касается технической составляющей, то здесь установлен атмосферный двигатель, система изменения фаз газораспределения, V-образная шестерка, 24-клапанный, система питания двигателя, непосредственный впрыск в камеру сгорания, расположение клапанов респиртвала, верхний клапан с двумя распределительными валами, экологический класс Евро-5, расположение двигателя, переднее продольное. Самый доступный двигатель, объем 3 литра, мощность 249 лошадиных сил и самый мощный 3,8, 315 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель 3 литра, 249 лошадиных сил, крутящий момент 304 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 230 км в час, динамик разгона от 0 до 100 км в час за 8,6. Расход топлива в городском цикле это 15,3 на 100 км, в загородном цикле 8,5. Объем топливного бака составляет 73 литра. Привод полный. В основе полного привода седана Hyundai Genesis лежит межосевая электронно управляемая многодисковая муфта, способная передать до 90% крутящего момента на переднюю или заднюю ось в зависимости от дорожных условий и выбранного режима работы. Клиренс 130 мм, тип передней подвески, независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески, независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые и вентилируемые, с индикатором износа, задние дисковые. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 2045 кг, полная масса 2520 кг. Объем багажного отделения составляет 493 литра. Длина данного автомобиля составляет 4990 мм, ширина 1890 мм, высота 1480 мм и колесная база 3010 мм. Сборка данной модели осуществлялась в Южной Корее. У этого автомобиля стремительные линии и выразительный дизайн. Здесь находится подсветка. Теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к самой интересной части, к интерьеру. Алюминиевые вставки, вставки под дерево. Мягкий кожаный подлокотник.
подсветка дверей, электрорегулируемые зеркала с подогревом, электроскладываемые. Центральный замок, блокировка задних стекол, электростеклоподъемники, перфорированные вставки в панелях дверей, алюминиевые накладки на порогу с надписью Genesis, рекомендации по давлению в шинах, здесь установлено 9 подушек безопасности, включая коленную для водителя. Здесь находятся предохранители, перфорированная кожа, регулируемые подголовники, а также ремни безопасности. Сиденье имеет выраженную боковую поддержку, электрорегулировки по высоте, продольная спинка и электрорегулировки по четырем направлениям, поясничный подпор. Сейчас я предлагаю послушать звучание двигателя. Очень оборотистый движок. Регулирование яркости подсветки приборов. Задняя солнцезащитная шторка. Электропривод. И здесь открывание крышки багажника и лючка бензобака. Управление светом и поворотниками. Управление стеклоочистителями. Здесь находится голосовое управление и управление аудиосистемой, звук, различные режимы. И посредством Bluetooth-связи можете соединить телефон, звонить и принимать звонки, а также прослушивать аудиофайлы. Здесь находится круиз-контроль, температура за бортом, одометр, цифровой спидометр, сколько осталось до заправки, средняя скорость, текущий расход топлива, в общем, вся необходимая техническая информация для водителя, информация об аудиосистеме. Здесь установлен датчик давления в шинах и основные установки. Помощь при вождении, дверь-багажник, авторазблокировка, освещение,
Здесь, я думаю, и так все понятно. Звук, сиденье, руль, интервал обслуживания, дополнительные функции, такие как единицы измерения, единицы температуры по Цельсию в Фаренгейтах. Основные органы управления и переключение по подменю и кнопка назад. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь все на премиум уровне. В основном вставки под дерево, здесь все обтянуто кожей, мягкий пластик. Основной экран мультимедийной системы 8 дюймов, тачскрин. Аудиосистема, здесь установлено 7 динамиков, также сабвуфер, аналоговые часы, двухзонный автоматический климат-контроль, температура, кнопка климат-контроля для водителя, для пассажира, и при том она имеет уход в 0,5 градуса, регулировка потока воздуха, отключение, автоматический режим, различные зоны, анимированное меню, очень красиво смотрится, кондиционер. Здесь встроенный фильтр, настройки рециркуляции, и водитель может контролировать обе стороны. Передний и задний обогрев стекол, а также обогрев наружных зеркал, вход для CD, отключение дисплея. Основные функции — это радио, медиа, информация, карта, навигация, основные настройки управления телефоном, SD-карта для навигации, радио, основное меню радио, звук, AM/FM, память, сканирование, информация, основное меню, отзывчивый экран, медиа, краткое руководство, использование сенсорного экрана, различные рекомендации, управление Bluetooth, как соединить телефон, навигация, главное, распознавание речи, голосовое управление и климат-контроль. Затем карта. Для такого небольшого дисплея четкая графика, компас, зум и все предустановки. Адрес, страна, город, улица, сервис Hyundai, координаты, это широта, долгота, маршрут, избранное, план поездки, основные настройки системы, это навигация, дисплей, подсказки, маршрут, дорожная информация, звук, это баланс, эквалайзер, средние, низкие и высокие частоты, приоритет, расширенные настройки, дисплей, яркость, цвет, контраст, насыщенность, подсветка, здесь меню телефона, распознавание речи, часы, настройка часов, аналоговый, цифровой, время GPS. Здесь такая интересная фишка. Время определяется по GPS, то есть оно всегда правильное. Вход AUX. Язык. Я думаю, здесь и так все понятно. Клавиатура.
английская, кириллическая, по умолчанию. Здесь по соглашению основная информация, заставка, часы, изображение, без изображения можно выбрать. Системная информация, память, свободная, задние замки и так далее. И управление телефоном. Нет. Меню. Вот такое очень простое меню аудиосистемы. Здесь две розетки, вход USB и AUX для мультимедиа. Здесь установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с функцией Tiptronic. Плюс и минус, а также подрулевые лепестки. Соответственно, плюс и минус. Камера заднего вида с линиями парковки. Режимы. Eco, Sport и Normal. Основной режим Eco, он существенно вам помогает экономить топливо. Два подстаканника, пепельница. Отключение датчиков парковки, как передних, так и задних. Здесь находится подогрев сидений, три ступеньки. Высокое, среднее, низкое отключение. Как для водителя, так и для пассажира. Вещевой отсек. Кожаный центральный подлокотник. Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением. Макияжные зеркала. Диодная подсветка. Держатель для бумаг. Контейнер для очков, он обит тканью. Диодная подсветка. У этого автомобиля отличная обзорность. Комфортное сиденье. Настоящий бизнес-класс. Смотрите, ребят, что мне понравилось, так это техническая начинка, безусловно. Двигатель практически не слышно, никаких вибраций в салон не проникает. Все идеально просто на премиум уровне. И очень понравилась техническая сторона. Столько электронных гаджетов, просто радуешься. Аудиосистема звучит неплохо, также доступна премиальная аудиосистема. Lexicon 17 динамиков, но в принципе это тоже неплохо звучит. И здесь будут доступны такие интересные фишки, как мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль в более богатых комплектациях. И также слежение за разметкой, heads-up дисплей. В Штатах предлагается 5-литровый вариант, это вообще просто заряженная версия, можно сказать, там полный привод идет. В целом, очень автомобиль мне понравился, только положительные отзывы, прекрасный бизнес-седан. И сейчас я бы хотел вам продемонстрировать голосовое управление, как оно здесь реализовано вообще. Вам необходимо один раз нажать вот на эту кнопку. Пожалуйста, произнесите команду. FM. Вы слушаете FM-радио. Вот в таком режиме. Давайте еще раз попробуем. Пожалуйста, произнесите команду. АМ. Вы слушаете АМ радио. Вот такая на самом деле классная система. Голосовое управление здесь русифицировано. Приятный голос, не назойливый. Мне седан очень понравился. Обалденный корейский седан. Сейчас я предлагаю заглушить двигатель. Теперь давайте возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Крючок бензобака.
детский замок, алюминиевые накладки с надписью Genesis. Второе ряд сидений оснащен системой Isofix для крепления детских удерживающих кресел. И садиться на второе ряд сидений очень удобно. И при моем росте в 188 см, учитывая тот факт, что я водительское сиденье отодвинул практически полностью назад, сколько еще места в ногах, и над головой еще достаточно места. Вещевые карманы с обеих сторон, дефлекторы вентиляции, огромный центральный тоннель, вешалка. Диодная подсветка, солнцезащитная шторка, регулируемые подголовники. И через багажник вы можете просунуть длинномеры, допустим, сноуборд или лыжи. Центральный подлокотник, основные органы управления, солнцезащитная шторка. И здесь управление передним сиденьем и управление аудиосистемой. Вещевой отсек, сетка, розетка на 12 вольт. Строгий и стильный интерьер Hyundai. И багажник здесь огромный. Для сетки крючки, инструменты, домкрат. И здесь докатка и аккумулятор. И такие же электрорегулировки имеет пассажирское сиденье. И вы принудительно можете закрыть бардачок. Здесь прайс и комплектация.
И перчаточный ящик здесь средних размеров. Он обит тканью, охлаждаемый, с подсветкой. Я считаю, что это отличный южнокорейский седан бизнес-класса по доступной цене. Просторный салон, отличное качество сборки и хорошая гарантия. На этом обзор Hyundai Genesis 2014 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.